Сегодня в Телеграм Гиркин Стрелков заявил, что началась уже в России смута. Вот, пожалуйста, это сегодня. И да, смута уже началась, если кто-то еще не понял. Ему виднее, ведь... ФСБ, он вертится в среде. И пословицу, хотя, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Понять не сможет даже все, не смогут даже все выпускники любого в мире института. Долг человека меня заставляет всем о ней напоминать везде. Погодка у нас резко изменилась, стало прохладнее, где-то градусов на 6-7. Вот дождик идет периодически. На завтра то же самое обещают. А тут еще и смута. Да. Ладно, переживем. Переживем. Собственно говоря, развал Российской империи пережили, развал СССР пережили и развал РФ переживем спокойно и благополучно.